В рамках 12-й всероссийской ярмарки выставки «Пасхальный праздник» состоялся концерт нашего коллеги, ведущего передачи «Лаврские встречи», организатора творческой мастерской в Санкт-Петербурге, священника Анатолия Першина. О непередаваемой атмосфере вечера рассказывает Валерия Чистова. Русская ярмарка – явление особенное. В старину говорили, где двое – там рынок, трое – базар, а семеро – ярмарка. В экспоцентр Гарден-Сити на 12-ю всероссийскую православную выставку съехалось множество людей, а это значит, что будут гуляния. Традиционные для русского народа выступления на ярмарках сохранились и по сей день. Только на современные ярмарки приезжают не скоморохи, а любимые артисты. Известный в православном Петербурге музыкант-священник Анатолий Першин представил широкой публике небольшой концерт. Выступление батюшки – это своего рода музыкальная проповедь, ведь на ярмарку приезжают не только воцерковленные люди, но и те, кто еще не переступил церковную ограду. Песни говорят напрямую с душой. Как хочется чистоты, как хочется простоты. Песня, ставшая визитной карточкой отца Анатолия. Поддерживает его на сцене девочка Аня, один из постоянных гостей мастерской батюшки. Вот нам хочется чистоты такой, вот какой у этой Анечки, да? Которую мы уже в жизни утеряли. Такой простоты и непосредственности. Все мы уже погрязли по уши в своих грехах, страстях. Слава Богу, Пасха есть. Слава Богу, есть Христос. Иначе бы мы в этом болоте все хрюкали бы всю жизнь. Слава Богу, есть воскресение, воскрешение Господа нашего. Как нам вообще повезло, что мы родились в этой великой стране России. С неподдельным интересом зрители слушали других постоянных участников творческой мастерской отца Анатолия. Семейный дуэт Андреевых. Александр и Полина пишут музыку, которая необъяснимо трогает сердца людей. Спи, сни, засыпай. Спи, сни, засыпай. Дай Бог тебе дорог без слез. Здорово, что пасхальная ярмарка – это еще один шанс послушать творческих людей из православной среды, тем более которых уже давно знаешь. Большое удовольствие, правда. Вот. И батюшка, отец Анатолий, и супруги Андреевы, я их каждый раз все больше и больше люблю, потому что они, ну, Полина и Саша, они просто красивые. Когда они поют, они так раскрываются. У них такие голоса замечательные. И такая искренность. Мне кажется, все это чувствуют. Очень, очень теплая атмосфера, и отец Анатолий, его песни, ну, от сердца к сердцу идет. Это всегда очень чувствуется, и это дорогого стоит. Насладиться песнями участников творческой мастерской отца Анатолия Першина можно 30 апреля в Православном театре «Странник» по адресу в Санкт-Петербурге, улица Цветочная, 16. Начало в 7 вечера.